Всем добрый день. Мы находимся в Москва-Сити. Это Этажи Prime. Наше подразделение, которое занимается элитной и бизнес-недвижимостью. Алена. Алена, привет. Привет. Слушай, ты всегда в 8 утра на работу приходишь? Нет, это же элитная недвижимость. Мы обычно спим еще в это время. Но ради съемок я пришла. Да, хорошо. Это правильный ответ. Ну, пойдем тогда показывай, что тут у вас есть. Пойдемте. Алена, это твое рабочее место, правильно я понимаю? Да, мое рабочее место. Так, здесь красиво, кстати, да? Да, очень красиво. Да. А логотип тебе нравится? Очень нравится, мне кажется, идеально. Идеально, понял. Да. А случаи были какие-то необычные на рабочем месте? Необычные? Наверное, кроме вашего приезда нет. Правильно. Ребят, привет, доброе утро. Давай, как дела у тебя? Отлично, как всегда. Так, ну рассказывай, что у вас здесь вообще происходит? Слушайте, у нас тут все очень хорошо, мы работаем. Вот, соответственно, ребята размещены. Сейчас, наверное, многие на показах. А вот поэтому, да, все отлично. Так, как вы думали открыть? Три месяца. Да. Ну, вы это в таком секрете держали? Сильно никто и не знал это? Ну, мы, скажем так, сильно это не афишировали. И сегодня официально уже на всю Ивановскую заявляем. Знаете, Эльдар Борисович, если вы приехали, то уже официально, да, сегодня у нас так. Слушай, как успехи вообще? В целом все хорошо. У нас сегодня пока небольшое количество брокеров, то есть у нас в офисе непосредственно работает 11 брокеров. Вот. Но при этом все три месяца план по продаже мы выполняем, поэтому стремимся к большему, но сейчас вещи. Какая самая дорогая сделка уже прошла? Порядка, вы имеете в виду про комиссию? Нет, про стоимость недвижимости. Порядка 45 миллионов. Ну, нормально уже. Да. Для начала. Да. Ну там это у вас где-то ваши конкуренты, да, сидят? Мне кажется, Сити это просто кладезь конкурентов, да, потому что мне кажется, в какую-то башню не зайдешь, обязательно есть агентство по недвижимости. ВП-лид. Да. Ну, понятно. Ну, вы слушайте, получается, дочка такого сильного бренда. Я думаю, это наше основное преимущество. Да, да, да. Это же видно и в соцбренде. Мы специально подчеркивали для наших клиентов, что мы Этажи Prime, да, что мы вместе с вами 21 год на рынке, поэтому я думаю, что это наше главное преимущество. По какому принципу набираете брокеров вообще? Вы знаете, у нас есть основная стратегия. Первая – это мы пытаемся набирать брокеров, которые выросли внутри нашей компании. Вот, соответственно, мы считаем, что ребята, которые пришли к нам с нуля, росли вместе с нами, да, в Москве уже филиалу 5 лет, вот, и они выросли на определенную ступень, когда им хочется идти дальше. И для нас крайне важно удержать этих сотрудников, потому что мы их ценим, и для нас, и для них это такая возможность перейти в более дорогой сегмент, но при этом остаться в рамках компании. Поэтому главный приоритет – это сотрудники, которые работают с нами уже несколько лет. Слушай, я дальше помню, помнишь, мы с тобой в этом Виталию ездили, да, на мероприятие, да, там. Мне кажется, ты тогда что-то мне уже упоминала, что хорошо было бы, да. Да. Сейчас какой-то года три назад было, да? Три года назад. Было, года. Да. В 19-м году, если я не ошибаюсь. До пандемии, когда еще можно было ездить. Да, точно, точно. Вот слушай, скажи, как вообще атмосфера будет коллектива у вас? Потому что утро сейчас, 8 утра, да, ну, пока мало. Слушайте, ну... Мне Алена уже рассказала, что вы обычно так рано не приходите. Ну, на самом деле, рабочий день, как правило, начинается с 10, да, если говорить там про совещание, про общее собрание, то это 10, пол 11. Вот, при этом атмосфера очень дружественная, у ребят, несмотря на то, что они в компании давно и основные блоки обучения они уже прошли, вот, в рамках Prime для них организованы другие, ну, как бы, обучения по развитию, то есть они занимаются еженедельно техникой речи, ораторским искусством, они занимаются изучением Москвы, архитектуры Москвы, вот, это же своего рода такой некий тимбилдинг, и мало того, что им в принципе очень, как бы, лестно работать в рамках этого офиса. Плюс у них разные мероприятия, которые их объединяют. И поэтому атмосфера очень дружественная. Ну, в принципе, как у нас везде в Этажах. Я еще, знаешь, что был, посмотрел, у вас очень красивые сотрудники здесь. Вы по этому это принципу верно. Отбираете? Нет, вообще, это... отбираем мы не по этому принципу, но сотрудники у нас действительно очень красивые. Или так случайно получилось? Я думаю, да. Знаете, когда мы только думали о том, чтобы создавать этот офис, и в голове уже были какие-то мысли по поводу того, кто будет в нем работать, я помню, я сижу, просматриваю телефон, вижу там Катю, вижу Алену, и думаю, Сабира, думаю, какие же у меня красивые девчонки. Думаю, может быть, нам вообще сделать самое красивое агентство недвижимости Этажи Prime и отбирать только девушек. Потом подумала, нет, ну, это будет есть. Нечестно, да. В итоге парни у нас тоже есть, потому но они есть тоже клиент, красивые. Есть клиенты девушки. А есть клиенты мужчины, да, парни у нас есть, у нас... Получается, три парня сейчас работают в компании. Вот, красивые.
Все, понял. Да. Так, ну и, наверное, я бы еще хотел с сотрудниками непосредственно пообщаться, кто работает. Конечно. Потому что интересно, как там ежедневно. Как они вообще живут, да? Да, как они живут, как показывают там. Я так понимаю, у вас договора с основными застройщиками уже все заключены? Договоры у нас есть, да, есть прямые. При этом у нас несколько месяцев назад мы начали развивать партнерский канал. То есть, если раньше, соответственно, как правило, застройщики шли к нам сами, то потом мы приняли решение по расширению товарной полки, взяли ребят, которые занимаются непосредственно привлечением партнеров. Вот. А в основной части они сейчас занимаются привлечением партнеров именно бизнес и премиум сегмента. Вот. За последние, получается, 3 месяца мы заключили договоры примерно на 54 новых жилых комплекса. Вот. Комплексы, соответственно, уровня премиум и элит. Вот. Ребята их ежедневно изучают, ездят на брокер-туры, на закрытые какие-то мастер-классы. Их там учат вплоть до того, что не только изучают проекты, но как правильно вести диалог с клиентом, соответственно, как делать продажу. Вот, поэтому им очень нравится, и я думаю, что они с вами поделятся. Слушай, ну очень круто. Не, Регина, слушай, ты молодец, если честно. Да? Я вот, спасибо. Ну, ты уже 5 лет почти с самого начала в компании. Компания открылась 25 октября, там, а через... я пришла 1 февраля. Во-во-во, через 4 месяца примерно, да. 2,5 месяца. Да, слушай, поэтому... ну, я рада за твой успех, слушай, ты молодец. А я рада за то, что я приняла тогда это решение. Я как-то уже говорила Жене, что прям вспоминаю тот день, когда я все-таки решила рискнуть и спустить корону с головы, после всех своих должностей пойти работать риэлтором, потому что, ну, я считаю, что это правильный был шаг в моей жизни, я прям довольна. Регина, ну пойдем тогда, наверное. Да, конечно. Покажешь мне, кто работает. Да, давайте, пойдем. Как все происходит. Да, Борисович. Вы хотели пообщаться с брокером? Айлита. Сегодня у нас в гостях Ильдар Борисович. Слушай, у тебя тут такой замечательный вид. Потрясающе. Так, вот там вот Министерство иностранных дел, насколько я понимаю. Да, верно. И вся Москва-Сити видна. Да. Так, как тебе вообще работать со стыками? О, замечательно. Я каждое утро стараюсь приходить на минут 10-30 пораньше, получать эстетическое удовольствие и далее приступать к любимой работе. Так, ну теперь про работу давай расскажи, какие там особенности. Чем VIP-клиенты отличаются, да? VIP-клиенты, они даже лояльнее, нежели не VIP-клиент, абсолютно. Потому что с ними проще работать, они разбираются в инвестициях, они разбираются в аналитике в цене продажи, то бишь, обозначая аналитику, они понимают, что это рыночная цена. После с ними и покупать проще. Хорошо. Очень нравится работать. Слушайте, а как вообще просмотры, в какое время обычно проходят? Просмотры стараюсь, если это премиальный сегмент, то, естественно, там нет такого огромного количества просмотров. И здесь уже по желанию клиента, по желанию покупателя. Слушай, а у тебя вот сейчас в базе какой самый дорогой объект? 40 миллионов рублей. 40 миллионов. А вот мне рассказывал, у нас кто-то сделку тут на 45 сделал. Это не ты, да, была? Нет. Нет, к сожалению, да? Понятно. Так, а вообще как вот клиентов не хочешь? Может быть, в совокупности 45 было у меня... Да, три комплекса в бизнес-классе, то есть одному клиенту три комплекса продала. А, ну это не считается, это так, да. А? Ну, не, ну это все равно нормально, слушай, все равно молодец. Вот, а где на клиентов находишь? Как вообще рекламу продают у нас элитные брокеры? Клиентов нахожу входящий поток в основном и реферальный канал. Реферальный канал, да? Да, уже есть. А реферальный. Ты в Москве долго живешь? Я в Москве живу с 2005 года. А, ну то есть ты уже полукоренная москвич. Так, ладно, хорошо. Слушай, как вообще у вас здесь атмосфера в коллективе? Конкуренция есть, нет? Нет, абсолютно. Мы рады друг за друга, мы радуемся успехам коллег, мы помогаем, у нас активный чат, у нас если какие-то старты продаж, если что-то новое по цене, по ликвидности, мы с радостью делимся друг с другом. Да, слушайте, ну молодцы, ну давайте вам удачи в работе. Да, спасибо. Желаю там больших крупных сделок и удовольствия спасибо. От работы. Спасибо. Очень рада вас видеть. Да, приходите к нам еще. Все, придем с клиентами. Все, спасибо. Спасибо вам. Так, ну и, наверное, давайте еще посмотрим, как брокеры работают. Пойдемте. Да, приветствую. Как дела здесь? Отлично. Работаем с клиентами. Слушайте, вот у вас, я так понимаю, объем перемещений большой. Как передвигаетесь в Москву? Москва все-таки. Ну, передвигаемся в основном это либо метро, либо такси. Либо такси, да? Да. Так реально быстрее и удобнее. Конечно. А если вот о вас непосредственно говорить, много рекламы, нет, инвестируете, чтобы эффективно работать? Сам я? Да. Да, ну, процентов 10 от дохода я инвестирую. Ну, примерно, в принципе, такая же примерно статистика. Ну, ладно, спасибо, давайте удачи вам. Спасибо. Всем доброго.
делать? Слушай, это, я помню, с тобой метро-то ездили? Угу, да. Когда это было? Ой, это, получается, было месяца 3-4 назад. Летом где-то, да? Да. В июне месяц. Да. Я как раз-таки тогда озвучивала о том, что я буду работать в Прайме. То есть тогда мне предложили, чтобы я была как закрепленным HR-ом за непосредственно отдел этажа Прайм. Так, ну рассказывай теперь, как у тебя все получилось за это время? Пока в целом все хорошо. То есть поначалу, понятное дело, адаптировалась, потому что это помимо того, что это новый город, здесь также был новое дело, это новые люди. Сейчас фокус прям на найм не стоит, потому что нам необходимы люди с опытом в сфере недвижимости. На сегодняшний день сейчас сезон по продажам, понятно, что успешные будут непосредственно закрывать свои сделки. Поэтому такой упор большой именно по найму мы будем открывать с 2022 года, когда будем сильных игроков тянуть с рынка. Тянуть, они сами приглашают. Приглашать. Это вы так называете? Да. Да, хорошо, ну ладно. Слушай, атмосфера тут хорошая, бренд сильный, я думаю, всем весь потенциал есть. Тем более, я так понимаю, мы сегодня официально заявляем, что даже Прайм теперь в Москве. Да, вот. Да. А внутреннее ощущение, расскажи, вообще тяжело, нет? Все-таки солидная недвижимость, чуть другой портрет на динамике, согласны, нет? В чем разница? Экспертность все равно должна быть, особенно здесь на рынке, тем более он у нас настроен например, лидогенерации, и важно, когда получает человек входящий лид, чтобы он мог качественно отработать заявку, удовлетворить потребность клиента, потому что в основном упор идет на новостройки, и понятно, что клиент может также напрямую обратиться к застройщику, поэтому здесь важно клиенту донести, что именно мы ему поможем. Ну, это, наверное, в целом все этажи так осуществляют, но здесь должна быть прям очень хорошая экспертность. Слушай, а тебя самого не тянет в брокер? Задумываюсь. Еще когда в Краснодаре работала. Скоро мы тебя чуть-чуть потеряем. Я когда в Краснодаре работала, думала о том, чтобы сфокусироваться непосредственно на недвижимости, но пока хочу развиваться в направлении HR. Ты у нас в Краснодаре года два, да, так работала? Три года, да, я просто помню, что это ты потом сюда переехала. Но в Москву это ж такое нормальное дело переехать. Я уже адаптировалась. Да, уже все, москвичка. Да, теперь могу сказать, что я москвичка. Да ладно, все, молодец. Так, какие вообще у вас цели, планы на следующий год? Цели в целом, чтобы у нас отдел был 30 человек, чтобы производительность у каждого была 2. И, соответственно... Ну, 2 по элитной недвижимости? Но говорят, это сложно. Ну, это же не, ну, это возможно, это цели, да, это согласен, цели. Лучше ставить амбициозные себе цели и к ним идти. Поэтому 30 человек в этом офисе планируем, что, возможно, если нам будет, возможно, тесно, может, будем брать этаж больше, либо просто площадь больше. Слушай, ну почему Москва-Сити? Пафос или что? Ну, я бы не сказала. Или удобно просто? Удобство. Все равно в любом случае удобно. И когда в целом даже по телефону я озвучиваю кандидатам, что Москва-Сити открыт, они такие, о, классно, давайте я к вам приеду. То есть они все равно чувствуют статус и хотят непосредственно здесь работать. Слушай, ну давай тебе тут удачи. Спасибо. Вот, не сомневаюсь, что у тебя все круто будет. Спасибо большое. Молодец. Спасибо большое. Все. Ну, вроде нормально. Выдыхай, Бадор, выдыхай. Вот это все надо тоже включить.